настоящая! Как в центре, со всеми удобствами! Войков, не взимай штурму и койку! Не штурмовать койку! Паузу взимай койку! Ах, подушечка! Ничего. Прилично лицо замаскировал. Борода 1940 года. А это чего, у тебя гранаты? Да, домашние, с капустой. Не-не. Вылетай, ребята. Дежурный. За ужином. Эй, за ужином. Ломай. Совсем не то. Дорогая Клава, за меня не беспокойтесь. Боев никаких нет. Отдыхаем в красивом парке у усадьбы сбежавшего помещика. Павел, Павел, брось храпив. Брошу, брошу, брошу. Пироги, присланные тобой, очень вкусные. Большое тебе спасибо. Бойцы очень тебя хвалят. Что же касается фашистов, этих ползучих гадов, будь уверен, выделим столько, сколько им полагается по штату. Хорошо. Будить, что ли? Зачем будить? Давай, Ваня, лучше спать. Спать. Товарищ лейтенант, во время моего дежурства...
товарищ Байков. 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 Ну как, товарищ Байков, выспались? Да немного есть, товарищ лейтенант. Ну вот отлично. Пойдете в разведку. Есть в разведку. Возьмите с собой Баландина и Карпенко. Он давно в разведку просится. Есть. Сами пойдете за старшего. Есть за старшего. Так вот, товарищ Байков, задание следующее. При отступлении противник оставил телефон и провод. Проверьте, куда этот провод ведет. Дойдет до хуторка. Вот. Угу. Уточните, есть ли там силы противника, какие силы. И назад. Ваш код? Юпитер второй. А мой вам известен. Понятно? Понятно, товарищ лейтенант. Выполнять? Есть. Ну, желаю успеха, товарищ Байков. Спасибо, товарищ лейтенант. Баландин. Баландин. Уйди, уйди. Баландин, в разведку. Есть в разведку. Сидите здесь. Я спущусь осмотреть. Дам сигнал. Боязно? Не боязно. Как-то так. Как? Да так, странно. А, ничего, дел привычки. Воронка, провод обор. Ищите справа, я пойду слева. Есть.
Ничего. Час расплаты пришел. Пошли. А как же с оборванными проводами? Может, соединить? Как соединить? А если на другом конце противник? Запомнить место. Есть. Пошли дальше. Безымянный. Как раз провод туда ведет. И людей нет. Смотри, шапки над трубами. Угу. А вот. Видишь? Убрать лыжи. Есть. Ставить веревку назад. Вверх. Внимание, внимание! Говорит Москва. Передаем сводку штаба. За истекшие сутки на фронте не произошло ничего существенного. Ведутся отдельные действия разведывательных партий. Радио. Какого оно тут дьявола? Поторопились. Даже радио не выключили. Ага. Пугнули так, что дым пошел. Карпенко. Так, все правильно. Телефон на чердаке. Как раз провод туда, куда надо, привел. Выходит, здесь их был наблюдательный пункт. Вот что. Осмотреть хутор, обследовать все помещения. Есть.
Будьте осторожны, могут быть мины. Есть. Выполняйте. У микрофона лауреат. Извините, товарищ лауреат, другой раз с удовольствием. Утренней души. Ну что ж, хорошо, так пишем. Можно домой собираться. Как у тебя с ногой? Замерзла? С какой ногой? С этой ногой. Ничего, мокро, но ничего. Ничего. А ну-ка давай переобуйся. Ногу растереть. Есть. Ставить ветер. Что, испугались, товарищ боец? Понятно, первый раз у разведки. Да не оправдывайся, Карпенко. А ты не горячись. Осторожность в разведке первое дело, понял? Понял. Ну вот что. Давайте домой пробираться. Ставить быстро на чердак. Карпенко. Дело серьезное. Тут что-то готовится. Как стемнеть, кто-нибудь должен назад вернуться, чтобы связь наладить. Другой останется со мной, ясно? Ясно. Я пойду. Куда ты пойдешь? Собьешься с дороги, ведь первый раз в разведке. Я пойду. Да ну куда ты пойдешь? Пойдет Карпенко. Дойдешь до воронки у промойни.
Соединишь провод. В случае не удастся, прорвайся сам. Есть. Доложишь на словах, что мы будем... Понятно. Их черт. Газетку бы на ногу. Погоди, Сашко. На, на, бери. Так это ж тебе от жены. Ничего, ничего, бери. Прошел. Часа прошло. Время бы. Наверное, скоро дойдет, а? Николай идут.
Алло. Телефона. Громче. Не слышу. Алло. Алло. Говорит Юпитер второй. У аппарата Меркурий. Слушайте. Какой король? Что они там, с ума посходили? Алло. 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 Отвечайте. Аппарат Меркурий. Алло. Алло. Юпитер. Юпитер. Отвечайте. Алло. Алло. Юпитер! Руки вверх!
Юпитер. Юпитер. Алло. Не отвечает. Павлов. Есть. Михайлов. Есть. Задача вот в чем. Связь с Юпитером оборвалась. Вам надлежит пройти напрямик к утру и выяснить обстановку. Ясно? Ясно. Ясно. Выполняйте. Есть, есть, выполнять. Товарищ Карп, перенести связь в наблюдательный пункт. Есть, перенести связь в наблюдательный пункт. Выполнять. Есть. Алло. 4 часа ночи. Алло. Алло. Связи нет. Карпенко, наверное. Что, Карпенко? В общем, ничего. Давай обратно пробираться. Куда? Обратно вот куда. Чего еще ждать? Сидим, как в мышеловке, утром они нас и переловят. Шарахнут бы эту фашистскую мразь гранатами. Ну? Что ну? Ну и дадут ходу. А дальше? А дальше вырвемся и ляжем тут. Ляжем? Да кто это тебе позволил так распоряжаться собой, а? А? Товарищ Баландин. Отставить разговоры. Алло. 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 Ты пойми, нельзя нам отсюда уходить. Тут что-то готовится. Ты видел, как кругозор расчищали? Видел. Видел. Я вот тут одну интересную историю вспомнил. Ты о Фрунзе слышал? О Фрунзе? А почему это ты спрашиваешь? А ты знаешь, какое решение принял Фрунзе, когда в камере приговора ждал? Какое? Английский язык изучать стал. А ты это к чему? А так, к слову пришлось. Ты вот подумай. Алло. Алло. Николай, батарея. Алло. Алло. Павел, вот теперь обязательно пробираться надо. Идешь к нашим, доложишь. Прибыла батарея, дашь точные ориентиры. Ну, вали. Только поосторожнее, никаких гранат. Есть. А ты? Я пока здесь останусь. Я готов. Можно идти? Иди. Ну? До свидания, Николай. До свидания, Павел. Может, еще? Какие поручения будут? Поручения? Какие же поручения? Да. Вот что. Если со мной что случится, передай жене так, мол, и так, ну как все было. Конечно, опасности никакой нет. Но знаешь, Павел, все может быть. У тебя сколько гранат? 3. 1 статня. Все может быть. Ну, иду. Иди.
Павел. Ты? Я. Не спать. Только не спать. Ты меня слышишь? Слышу. Все слышу, друг ты мой. А Байков? Байков остался. Там? Да. А я ему связь все-таки наладил. Тяжело? Кому? Мне не то бывало. Павел. Ну? Это как же выходит? Крышка, а? Отвоевался я, а? Ерунда. Что ерунда? А то ерунда, что не дадим помереть. Это как же? Ладно, оратор, держись крепче за шею. Фу ты, я до чего обидно. Не надо ж такому произойти. Что-то было. А, крупный был разговор. И кровь. А ну, двинем по свежему следу. Пошли, пошли. Держись, Сашко. Сашко, крепись. Ты говоришь, тяжело. Кто идет? Юпитер первый. Юпитер второй. Ранен? Очнется. Это бывает. А где Байков? Байков выполняет задание. Знаете что, ребята? Что? Выходит, я могу изучить английский язык. Ты это к чему? А к тому самому. И вы поймете. Я Юпитер второй. Thank you.
Battery! Fire! По озеру бьют. Рыбу грузят. Не возражай. Fire! Снаряды ложатся в лесу. У перекрестка двух дорог. Очевидно, бьют по резервам. Эх, скорее бы знать, откуда бьют. Юпитер второй! Неприятельская батарея ведет огонь из хутора Безымянного! Начинайте обстрел! Дают точные ориентиры! Давайте! Передаю трубку командир батареи. Юпитер. Алло, Юпитер. Да? Так? Так? Хорошо. Передайте. Угломер 42-0. Угломер 42-0. Уровень 30-0. Уровень 30-0. Прицел 100. Прицел 100. Первому огонь. Первому огонь. Первым огонь! Правильно, теперь еще правее! Она! Почему вас так плохо слышно? Она! Что? Плохо слышите? Здесь шумно мне мешают! Алло! Слушайте меня! Слушайте, алло! Алло, еще правее! Алло! Правильно, выбито еще одно орудие! Теперь еще правее! Хорошо! Правильно! Так держать!
по фашистским гадам полный огонь! Батареи! Верный огонь! Батареи, верный огонь! Алло, Юпитер, как дела? Как самочувствие? Да, самочувствие в порядке! Получай сдачу! За мой народ! За мою партию! За мою родину! За моего Сталина! Юпитер, отвечай! Я Меркурий. Алло! 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 Скоро пойдем в наступление. Товарищ лейтенант, нам здесь на лыжах не пройти. Снять лыжи! Фашистских гадов!
лейтенант, на чердак! Жив?